Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на мой канал. И у нас продолжается неделька VR-игр на моем канале. Сегодня я решил заценить такую игру под названием Горн. Как бы это название игры, я не знаю, может быть это какая-то аббревиатура, но честно говоря, я признаюсь, что я сейчас заценил уже эту игру и могу сказать, что это, ну, это забавно, по крайней мере, поэтому я решил в нее поиграть. Короче, друзья, давайте я вам сейчас расскажу, как все делается. Дело в том, что, да, перемещение в этой игре происходит примерно таким образом, поэтому сейчас нам главное дойти до арены. Бля, пацаны, кому нравятся VR-игры, так скажем, смотреть и наблюдать на моем канале, поддержите, пожалуйста, лайком. Короче, это у нас гладиаторские бои. Собственно, сейчас я выхожу на арену. Я не знаю, правда, я буду начинать заново или нет. Нихуя себе, он прям на меня упал этот. Короче, вот. Юсикта, ты думаешь, ты уникальный? Ты думаешь, умеешь драться? Так, покажи нам, кто ты есть на самом деле. Собственно, вот я нахожусь прямо сейчас на этой самой, на гладиаторской арене и... Так, стоп, а где я вообще нахожусь вообще в пространстве? Я нахожусь в пространстве? Ага, все понял, нормально. Вот, и, соответственно, я должен, значит, передвигаться, в принципе, не обязательно, как я понял. Я должен раздавать пиздюлей. Вот я вот этого уже чувачка уже победил сейчас, но я думаю, что не проблема будет... Так, я готов, давай. Все, я ему помахал, сейчас он будет опускать эту самую. Так, пацаны, короче, вот этого здоровяка нужно отпиздить. Поэтому прямо сейчас, нет, можно, конечно, к нему подойти поближе. Так. Тихо, подожди. Подожди, его можно... Сейчас. Иди сюда. Подожди. Блять. Все, блять, победа. Держи этого, блять, тихо. Блять, уйди от меня. Что происходит? Где? Что происходит? Что такое? Какие options? Чего? Quality options. Я сюда не хотел. В смысле? А что такое? Я готов. Это самое. Поехали. А куда? Куда, блядь? А, типа я победил, все? Так. И чё? Подождите, пока ни хера не понимаю вообще. Просто как бы я... Так, ладно, этого пиздюля я раздал. Чё дальше-то? Это самое. Ой, блядь, что-то ударил. Больно, кстати, руке так-то было. О, нихуя! Ух ты! Вот это поинтереснее! Да-да, я готов! Готов! Я тут! Let's go! Бля, вот это будет жестко! Так, значит, я его могу хватать? Бля, жестко! Как я это сделал? Ой-ой-ой! Тихо-тихо! Да, блядь, иди сюда! По жопе получи, сучка! Нормально, да, пацаны, нормально я вот так. Так, ну давай. По жопе, блядь. Ух, нихуя. Так, это уже нечестно. Как там факты показывают? О! Как там? Бля, как это? А чё? Да, блядь, уйди отсюда. Ай, блядь, что-то ударил. Сейчас разъебу квартиру, блядь. Пузика. Ну давай. Дубинку нахуй отсюда убрал. Убрал нахуй дубинку, говорю. Ну что, давай. Дубинку нахуй отсюда убери, блядь. Охуел, что ли, а? Чё руки? Сюда иди. Нихуя. Ай, поебал. Ай, не бей, блядь. Сюда иди. Блядь, сейчас схвачу. Блядь, что я сделал? Я сломал. Она тянется. Блядь, сосочек потереби. Да подойди ко мне. Блядь, ладно. Я сам. По жопе, вот так. Эти шлепки, блядь. Все, блядь. Да, блядь, уйди отсюда. Ай, блядь. Ударил что-то. Что, сломал? Бля, пацаны, это реально плохо закончится сейчас. Изи, да, нормуль. Все нормально, блядь. Пока живой. Ух ты. Нихуя себе подгон. А у меня там это самое. Как я... понял. Сейчас сдам назад, пацаны. Да, играть в маленькой комнате такое себе удовольствие. Ну, что поделать? Можно я в эту руку возьму? Ага. Все, спасибо большое, король. Или кто ты там, я не знаю. Ох ты, блядь! Ух ты, блядь, нихуя! Что там? Бля, как это... Нихуя, не Пошел отсюда! Я говорю, что поебасоси... Вот... Нормально его, блядь, откинуло.
А это чё, блядь, к нему со... А, ты еще и живой, блядь. Ага, ух ты. А я могу? О, блядь! Блядь, пиздатая хуйня. Ой, что-то я там куда-то попадаю. Тихо, 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 слышь, ты не подходи ко мне, блядь. Блядь, разъебу. Э, да что за хуйня включилась? Блядь, потерял. Блядь. Ай. Блядь. Сейчас пиздюлей мне даст, быстрее, без сознания. Хуярь его. Хуярь по соскам. На, блядь. Я что, умер? Да ладно. Да блин, я не специальный, я походу въебал, или чё? Сейчас я эту хуйню переложу себе в эту руку, всё. Я готов! Король, поехали! Да блять, по... Да блять! Да блять! Да, блять! Всё, let's go! Let's go, нормально там всё, видно? Пацаны, я стараюсь. Ой, блять. По ебалу схватил сразу. А щит можно у него за... Блять, забрать, нет? Блять, заебал. Ляг, говорю. Да ляг ты, блять, уже, а? О, нихуя, щит ломается. Так вот, блять, реально охуенно. Он просто так отлетает. Я иду. Иду, иду. Иду, говорю, блять, ушел отсюда сам. Так, контрольный, контрольный. По сосочку контрольный. Ах ты, блядь. Бля, близко. Сука. Да, блять, получи пиздец. О, безоружный, давай. Подходи, подходи. Подходи. О, бля, поебасосине. Сори, пацаны, как бы... А, ты еще... Да, блядь, говорю, лежи, а. Че смешного-то я не понял? А че смешного? Да лежи, блядь, я говорю. Ты ляг уже, а. Дай сюда. Оп. Давай сюда. Руку свою, давай. Я скриншот какой-то сделал. Какой скриншот, блядь? Я говорю, хотел его схватить. Все. Красота! О! Нихуя ты где взял? О-о-о, пацаны, пацаны, полегче, полегче. Я говорю, поспокойней. Чё ты потанцовываешь-то? Сейчас этого допизжу, блядь. Блядь. Сдаю назад. Блядь, пиздец. Чё ты его по башке бьёшь? Он и так уже в отключке. Точнее, даже не в отключке, а... Блядь, сейчас пиздюлей дам. Ай, блядь, чё-то пизданул. Блядь. В маленькой комнате играть дело такое, пацаны. Так, надо его допиздошить. Допиздошу сейчас. По жопе. Нихуя, чё за... Ау! Ух ты, блядь, какой, а? Лежать, нахуй! Так, это кто, блядь? Блядь, это... Сука, открывается все подряд! Блядь! Поебай его, блядь, там! Я безоружный! Ууу! Бля, я руки себе отбил, обруль, обо все, пацаны! Не, в такой комнате маленькой играть невозможно, даже тут, учитывая, что толком не надо перемещаться, я реально себе все руки сточил, блядь. Где мой вепон, блядь? Сейчас. Отъеду назад. Где вепон-то? О, нихуя! Спасибо! Спасибо! Хороший подгон. Сейчас назад сдам. Так, какую руку? Вот эту, в эту возьму. Сюда, давай, давай. О! Все! Я готов! Так, пойдем, иди сюда, блядь. Сейчас щит этот. Оу, щит! Ну чё? Да заебало меню это открываться, ебучая! Кнопка, блядь, Oculus, ебаный риф, блядь! На нахуй, блядь! Сука, вырубил меня, блядь! Я выкинул куда-то сюда свой меч! Блядь! Иди сюда, блядь. Салют, не салют. Какой нахуй салют? Так... Что не стоит-то он, я не понимаю. Сюда иди. Блять, ай, больно, блять, что он опять пизданул рукой. Ай, блять. Кнопки ебучие зажимаю. Щитом, блять. Опиздюлись сейчас. По жопке, по жопке. Блять, заебал, а. Не, пацаны, нереально в такой комнатушечке играть. Да, блять, уйди нахуй. Нахуй, лысый, уйди отсюда, блять. Опять без сознания. Да пиздец, блядь. Ща возьму, блядь, в руль уебался. Комната, блядь, метр на метр. Какого хуя? Быстрее, блядь, ко мне, ну-ка, живо. Тихо, 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 тихо. Какой он, а? Так, передвигаюсь. Блядь, опять поебалу мне дал. Все, блядь, лежать, нахуй. Где рука у него, чё? Ты руку потерял, боец. Блядь, да пиздец.
Ай, блять, опять уебался. Я все руки оббил, реально, пацаны. VR играть только в свободном помещении, я отвечаю. Фух. Не знаю, как еще мне расположиться. Да заебал, блять! На нахуй! На, блять! На поебалу! Лежать нахуй, биту свой. Ай, блять, опять ударился, блять! Руки больно, сука! Сюда иди, блять! Да-да, нахуй! Блять! Лежать, блять! Опять руку потерял! Ага, лежать! Иди сюда! Сейчас разберемся с тобой. Да, блять, меню ебучее, окулусовское! Нахуй кнопки, блять, делать так близко! Сука, блять! Да, блять! Да хули открывается меню! Да давай по зубам мне, блять! Сюда, дай сюда хуйню эту, блять! Что за хуйня? Что так задуло? Take up your weapon and salute. Что такое? Нормально все? Что так задуло? Что так холодно стало? Бля, ебучая херотень, а? Не, пацаны, я по-любому попробую. Блядь, очки спотели. Блядь, да за что ты взял? Ты его возьми за это. Я нихуя не вижу. Что со зрением? Э! Заплыло все. Как взять нормально в руки эту хуйню? О, взял. Блять. Сыки. Так, перемещаюсь. Ой, блять. А! Нихуя он болтается. Ха! Ха-ха-ха! Подходи давай, блядь! Ну! Попробуй нахуй! Подойти ко мне! Сейчас труханы с него снимать буду. Лежать, блядь, я сказал! Лежать нахуй! Иди сюда. Я тоже так могу, давай. Чё? На, открылся, блядь, и получил. Пописюну, блядь, пописюну, нахуй. Что за хуйня, дик? Да уйди ты от меня, говорю. Да уйди, говорю, блядь. Ушёл, блядь, охуен, нахуй, отсюда. Ой, чё-то там жестко. Ой, блядь. Я не так, к такому не готовился. Блять! Тут хромакей! Не подходи к хромакею моему! Щитом получишь, блядь! Блин, подходи к хромакею моему, блядь! Да не подходи к нему! Ой! Ой! Что такое? Ой, ты меня бьешь? Ой, уже не бьешь! Ой, уже точно не бьешь! Бля, холодно стало! А? Тихонечко поебал обсход. Еще тихо. Блять, это реально смешно. Только нихуя непонятно, потому что я, блядь, передвигаюсь, хуй пойми на чем, блядь. Уйди от меня, блядь. Ребят, короче, дальше произошло следующее. Я ударил, блядь. Я ударил по клавиатуре и попал на кнопку включения записи. Блин, этот момент, короче, не записался, и вообще запись чуть не крашнулась из-за того, что вообще там все свернулось. Короче, я реально чуть не разъебал всю комнату. Я сейчас осмотрел свои руки, ничего нет, но коска на руле, на микрофоне, ручник, который здесь вот у меня, короче, здесь прикреплен на столе, я пизданулся несколько раз. Я не знаю, как я здесь вообще что-то не разбил, тут бутылки у меня стояли на столе. Короче, это какая-то жесть. Там, в принципе, не записалось это еще минуты три видео, но основное вы поняли. Короче, это, блядь, в моих условиях очень опасно, максимально просто, вот в этой комнате. Просто максимально, блин, реально опасно играть в эту игру. Но я бы вернулся, потому что мне очень понравилось, очень ржачно и, блин, реально круто. Вообще в целом выглядит игра. Поэтому, ребят, если вы хотите ее видеть еще на моем канале в дальнейшем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, оставляйте ваши комментарии, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Я реально, вот серьезно, я сейчас просто понимаю, что здесь вот микрофон на чем держится, то есть вот эта херня железная, я мог просто реально себе, блин, не знаю, я старался думать всегда о том, что я могу что-то задеть, просто здесь, видите, вот, ну реально, к сожалению, у меня мало помещения, и вот, ну не хватает здесь места, этот хромакей я пиздошил, блядь, несколько раз вообще, который у меня стоит здесь. И, друзья, да, еще забыл сказать...
Буду рад, если посоветуете мне какой-нибудь хоррор, в котором не надо двигаться. То есть, желательно сидя, вот как бы какой-то интересный хоррор, страшный. Потому что, видите, ну, к сожалению, нет сейчас у меня условий, чтобы передвигаться. Просто негде здесь передвигаться. И то каждый раз, блин, опасно. Сейчас вот реально я уже психовал, потому что хотелось этих, как их, блядь, этих гладиаторов захерачить. Но, короче, получилось все равно смешно, мне кажется. До новых встреч, пока-пока.